Я тут немного отвлеклась, а вот типа вот Паша Киноман, это не тот парень, который тоже немного кривоват, как я. Просто я что-то сидела, вспоминала и вспомнила, что когда меня первый раз кидали на двач, меня хотели на нем поженить. Выдать замуж, простите. Если это он, то это правда смешно. Мне говорили, что я подхожу на роль его невесты. Ну, вы поняли, да?